Турция отказывается подтвердить, что достигла с Евросоюзом соглашение по разрешению миграционного кризиса. Турецкий министр иностранных дел Феридун Синерлиоглу заявил в пятницу, что пока речь идет только о проекте, и окончательный документ еще не согласован. В четверг было объявлено, что Брюссель пообещал Анкаре ослабление визового режима для турецких граждан, активизацию рассмотрения заявки Турции на вступление в ЕС и 3 миллиарда евро на обустройство сирийских беженцев. Из стран соседей Сирии именно Турция приняла у себя рекордное количество граждан Сирии, порядка 2 миллионов человек. В Европу смогли проникнуть более 600 тысяч нелегалов. Большинство мигрантов прибыли в ЕС именно через Турцию, добираясь по морю до греческих островов, а затем отправляясь в так называемые богатые страны Европы, прежде всего в Германию. Анкара дала понять, что готова сдерживать поток беженцев в обмен на отмену визового режима в Шенгенскую зону для своих граждан.